Всем привет! Многие спрашивают, как на Шевролете обнулить монитор замены масла. Это делается все очень легко. Включаем зажигание в положении ON. Включено. Потом на кнопках выбора меню нажимаем эту кнопку. Смотрим. Нажимаем. Дальше. Показывает Oil Life Remaining. Делается очень просто. Нажимаем три раза на педаль газа. Раз, два, три. Все, 100%. Ресет закончен.